Друзья, привет! Нива 2131. Еду по трассе. Решил снять видео, как он едет. Во-первых, здесь будет видно, наверное, скорость, потому что дневное видно, а в дневное время не видно. Посмотрите, какая скорость. Шум послушаете. Еду с покатушек. На колесах снега дофига. И здесь, по-моему, нету камер по этой трассе, поэтому можно будет немножко разогнаться. На улице у нас снег. Так, ну что, пятая передача. Вот именно на моей машине идет она совершенно легко. Не знаю, или из-за прошивки. Намного легче она как-то, вот я катался на других Нивах. Мой автомобиль почему-то легче едет. А как только с Тольятти я его купил в Тольятти и гнал, сразу я на нем Тольятти-Оренбург, первые там 500 километров, 120-130 на нем гнал. И до сих пор так и на нем и езжу, ребят. То есть сейчас вот 90, пятая передача, где-то 2600-2700, наверное, оборотов тахометра. На трехдверной Ниве по трассе ездить удобно. База длинная. Люди могут сзади сидеть спокойно. Так, это сейчас у меня работает ближний свет. И в бампере передней противотуманки светодиодные. Хотя дорога сырая. Сами знаете, в сырую погоду поглощает свет. Ну и, естественно, еще фары все забрызганы грязью. То есть вот в потоке, смотрите, иду. Это город Оренбург. Новую трассу в Южном, которую построили, еду по ней. Потому что сейчас пик. По городу, сами знаете, проехать почти невозможно. Хоть и установлено два самоблока, никаких препятствий для разгона нету, ребята. То есть с самоблоками едет, рулится абсолютно так же. То есть вот на данный момент 100-110 идти. Сейчас тут смотрите, давайте до 110 наберу. Вот сейчас ровно 100, ровно 3000 оборотов. Сто десять, 3200 где-то оборотов. Вот 110 идет легко, управляется одной рукой, никуда не кидает автомобиль. Но у меня установлена 215-я резина, размер 16 и, по-моему, профиль 65, мне кажется. Автомобиль стоит устойчиво, никуда его не кидает, не швыряет. Вот на узкой резине, заводская, которая стояла, по-моему, 185-я, как-то немножко вот приходилось ее ловить. На широкой резине, вот 215, это мое личное впечатление, что идет поуверенней. Да, в салоне, конечно, лампочек, как говорится, мало, подсветок. То есть максимум здесь, но магнитофон можно включить. Все, салонная подсветка, вот так вот примерно.
не знаю, надо вам, не надо, лучше будет, видно, не лучше. На четвертую переключился. Так, что у нас здесь показывает? 14.2 бортовой сеть, ну компьютер вам листаю. Минус 6 на улице. Время 17.55. Ну и все, видите, никакого мгновенного расхода или среднего расхода на этом автомобиле нету. Вот кратенько вам. То есть на дальняк, скажу, на этой машине ехать можно. Легко и просто. Именно Urban. У меня ноябрь 2018 года автомобиль, но я купил в феврале 2019 года. Вот, пробег 22 тысячи. Печка, в принципе, теплая. Тут кондиционер установленный. Подогрев передних сиденьев. Электрозеркала, кондиционер, парктроник я сам поставил. Вот. Ну и все. Больше тут ничего глобального нету. Пониженная. Но это все стандартно, ребята. Да, здесь есть определенный вой. Есть он. Ну, вот смотрите, рычаги. Вот весь звук металлический через вот эти рычаги, смотрите. Вот, видите, рычаг прижал. Отпустил. Прижал. То есть, если поставить бесшумные рычаги, ну, говорят, есть какое-то улучшение, но не глобально. То есть, вот, с коробки, с раздатки вот эти вот идут звуки все металлические. Если их вот поменять, вот, смотрите, поджал, и все, в ней, в принципе, тишина. Отпускаешь, все, они начинают дребезжать, металлический звук поступает в салон. Все. В принципе, можно эту проблему решить. Кислородные шланги, я знаю, вставляют. Но это надо заниматься, пока мне этого не хочется. Ну вот, по объездной с вами прокатнулись. Мне прямо. Понравился видос? Поставь лайкос. Подпишись. Все, будь здоров, не болей. Покупай Ниву, веселей. На Ниве можно кататься везде. Хочу так сказать, вот не было у меня Нивы, и никуда я не катался. Как только Ниву купил, покатушки, лес, на Урал. Блин, не знаю. Короче, катаюсь везде. Чего я вам желаю. Все, я заканчиваю. Будьте здоровы.